V-Stars show. Russian hero Петрушка. Петрушка. Здравствуйте, мы из России, Московский театр кукол. Меня зовут Алексей Шило. Галина Кузнецова. Вот. Мы представляем спектакль «Петрушка». Это традиционный спектакль. Петруш, может тебе колыбельную спеть? Которому уже почти 300 лет. И мы попытались его показать так, как он показывался 300 лет назад. Наш Петрушка, он будет жениться. Он хочет жениться на первой красавице Индии, но на Индии не получилось. Петрушка с Дрин. Опа! Поэтому он женится на русской красавице. Потом Петрушка заболел. Болеет. И да. Приходит доктор. Приходит доктор и лечит Петрушку народными средствами. Петрушка, конечно, его наказывает, потому что так лечить нельзя, как лечит наш доктор. И в конце концов Петрушку, эта традиция петрушечного театра, забирает смерть. Но, как вы увидите на втором спектакле, Петрушка снова оживает.
радует зрителей и кричит «Вива Индия! Вива фестиваль! Вива Раша! Всем спасибо, до свидания!» Кричит наш Петрушка и ждет новых гастролей и новых приглашений в Индию. Ha, 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 ha.